В холле развернулась экспозиция об основных вехах развития сочинского футбола. Этот год также войдет в историю игры. Впервые за долгое время сочинские спортсмены стали чемпионами России. Достичь таких высот удалось футболистам 2003 года рождения. Уже на сцене мэр курорта вручил награды победителям турнира на Кубок главы города Сочи. В этом году в соревнованиях приняли участие более 2000 человек. Проводились они в разных возрастных категориях. Победителями стали команды детской спортшколы 10-7, спортшкол «Леон», «Черноморец» и «Дагомыс». Сегодня в городских спортивных школах профессионально гоняют мяч около 6 тысяч ребят. Общее же количество игроков насчитывает 20 тысяч человек. И эта цифра растет с каждым днем. Поэтому мы продолжим совершенствовать и развивать футбольную инфраструктуру, которую нам досталось в наследство после чемпионата мира. Мы будем строить новые объекты и создавать максимально комфортные условия для занятий спортом. Кроме того, более 600 футболистам были вручены награды. Среди них победители и призеры первенства чемпионата города Сочи по футболу среди разных возрастных категорий и футболисты, победившие в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший футболист года». У чемпионов же новые планы. В новом году побороться за Кубок России.